В течение всего дня на территории лагеря будут работать более 50 интерактивных площадок. Состоится торжественное открытие Аллеи Славы и Парка Будущего. Участниками торжества станут более 3000 человек. Это дети со всей страны, отдыхающие в летнем лагере, а также специальные гости – артисты российской эстрады. На праздник может попасть любой желающий. Будет организован бесплатный трансфер каждые полчаса от Анапы по маршруту скейт-парк на улице Крепостная до ВДЦ «Смена».